Неужели, сэр, вы отпустите этого мерзавца? А вам какое дело? И кто вы такой, черт побери? Первого октября 2021 года этот мир покинул актер театра и кино Андрей Дубовский. Пока о причинах его смерти ничего не известно. В прошлом году актер был гостем программы «Звезды сошлись», где рассказывал о проблемах со здоровьем и о том, что в 44 года перенес инсульт, который сломал ему карьеру. Андрей Федорович Дубовский родился 15 августа 1957 года. В 1980 году он окончил ГИТИС и в тот же год стал актером Центрального академического театра Советской армии, на сцене которого играл 8 лет. В 1988 году Андрей Дубовский был принят в труппу театра имени Пушкина. Впервые в кино он появился в 1980 году, сыграв эпизодическую роль музыканта в фильме «Маленькие трагедии». Зрителям актер хорошо запомнился благодаря фильмам «Визит к Минотавру», «Одиссея капитана Блада» и сериалу «Тайны дворцовых переворотов. Россия. Век 18». «Должен удалиться от мира. Час искупления пробил. Господь оставил мне жизнь для служения ему». Также Андрей Дубовский сыграл небольшие роли в фильмах «Страна глухих», «Первая любовь», «Я виноват», «Любовь за любовь» и в других. Актеру было 64 года. По этой причине я и нахожусь здесь, в Новом Свете. Я имею честь сообщить вам, что у меня в кармане находится королевский офицерский патент на имя капитана Питера Блада.